Всех с 8 марта. Рисуем розочки. Рисую двумя кисточками. С водой и с красками. Плавные переходы делаем. Так, внутри этой розочки все темное, поэтому я беру темный цвет и закрашиваю всю сердцевинку. Надо сверху рисуй растяжку от воды к низу. Вот. И чем ниже, тем темнее. Так, а я сердцевинку буду делать. Она довольно интенсивная. Оставляю светлые фрагменты, которые я потом не буду трогать. А вот темную серединку я буду дополнять. Когда она подсохнет, я буду ее детализировать. А пока я буду светлые части делать. Ну вот, прекрасная растяжка получилась. Молодец, Архип. От воды растяжка к темному, ну, относительно темному. Так, а тем временем подсохла сердцевина, я смогу ее сделать более интенсивной. Вот, набрала очень крепкий раствор, темный. И поверх вот этого тона делаю наиболее темные места. Это самые темные.
Возможно, я еще потом послойно пройдусь и по этому темному тону. Слоев тут, видимо, невидимо, поэтому я их карандашом даже не делала. Потому что уж их очень много. На каждом миллиметре, можно сказать. Вот, сейчас это подсохнет, я еще уточню. Более темное место сделаю. Так, еще вот здесь можно также сделать по такому же принципу. То есть у меня уже тон есть, а я еще темнее сделаю по этому тону, оставляя другие места. Так. Здесь вот прям темно-темно. И здесь пространство между листочками тоже темно. Так, ну вот здесь вот немножко подсохло. Я покажу то, о чем я говорила. То есть поверх вот этого темного я еще темнее сделаю. С этой розочкой пока все, наверное.